Для того, чтобы раскрутиться, что нужно? Купить тонну эфирного времени, выкупить все газетки, газетенки, журнальчики и радиостанции. И в результате вы ничего не получите, потому что люди магнитогорские, они очень умные товарищи. Я их за это сильно-сильно люблю. Они делают правильные выводы и мимо ушей пропускают информацию о том, что в бутике за 3-9 земель товар вам типа нужный. И вы типа готовы за него переплатить 3 цены. Это неправильно. Автоцентр «Фаворит» пришел к правильному выводу. Он взял того человека, кому не безразличны автомобили. И в результате, да в принципе неплохо. Но хотелось бы лучше. И мне бы хотелось тоже вам рассказать что-то новенькое. И для этого менеджеры работают. И вот сегодня мы вас познакомим с новинками. С той продукцией, которую я прежде видел только в интернете. Сейчас я нашел ее здесь, на выезде в сторону озера Соленое. По вокзальной, либо через Супонер проезжаем, Шурави. Ну и мимо вот этого любимого всеми мостика никто не проедет. А здесь повернули налево, и вот он, автоцентр «Фаворит». Помните рекламу «Ваниша»? Розовый цвет, доверься ему, и пятен нет. Я и не доверял, и не проверял. Но антифриз в желтых канистрах от фирмы Prestone можно заливать в любые системы охлаждения любого окраса. Сами вы бы это не узнали. Да я вам рассказал. Потому как, перед тем, как написать очередной сюжет, я залез на официальный сайт. Итак, Prestone – это североамериканский лидер по производству антифриза. Все остальное делается, кстати, с не меньшим энтузиазмом. Ну а не доверять лидеру как-то стрёмно. Да кто еще больше, чем американцы, любит автомобиль? Больше никто. Японцы делают автомобили технологичные, а американцы делают автомобили живучие. И поэтому двигатели на американских автомобилях ходят и по миллиону километров, и выпускаются по 50 с лишним лет. Ну, взять, к примеру, замечательный фордовский двигатель 4.9, шестицилиндровый, рядный. Его начали выпускать в 1946 году и до сих пор выпускают. Австралийские автомобили ездят на этом двигателе, и он легко перевозится на газ. Но почему американские автомобили настолько долго ходят? Да потому что существует огромное количество всевозможной автохимии и косметики. И если вы знаете продукцию High Gear, может быть, слышали про продукцию AGA, то вот Prestone продукцию вы вряд ли знаете. Но хотя, если вы зайдете на любой торговый сайт типа Amazon или eBay и забьете Engine Oil или всякий Car Chemistry, то первым в списке будет именно Prestone. Потому что эта фирма наиболее долго занимается специализированной автохимией. То, что она не представлена в городе Магнитогорске, это проблема города Магнитогорска, но она решена вместе с центром «Фаворит». И сегодня, и сейчас все, что нужно для вашего автомобиля. При этом я попробовал недавно вот эту штучку. Ну, течет речка на моем 20-летнем Skyline. Вы знаете, уровень масла в гидроусилителе не убавился. Ну, а не существует автоматических коробок, которые просто не текут, потому что ну, это нонсенс. То есть на большое количество своей жидкости одну такую добавляем, и вы увидите результат. Кстати, чтобы никто не подумал, что где-то в России это могут подделать. Здесь даже инструкции нет на русском языке, она просто наклеена. То есть это символ качества. Еще одна выставка теперь уже отечественной автохимии. В очередной раз гордость за наше отечественное. Мы, оказывается, потихоньку из нации потребителей переходим в производители. Как-то так получается. Ну, американцы, американцы. Есть еще такая фирма, как JetGo. Вот, самая крутая есть DuraShine. Dura. К сожалению, она не представлена в центре «Фаворит». Ну, будем надеяться, что специалисты обратят на нее внимание, потому что ну, там просто супер что-то. Что касается отечественного производителя. Феликс, у меня в мозгах четко остановилось, что мы можем только делать пластиковые бутылки и разливать в них масла. Однако дзержинская фирма пошла гораздо дальше. И ну что, не прошло и 20 лет, как мы почти рядом с планетой всей, ну с лучшей ее частью.
и мы умеем, оказывается, делать и очиститель стекол, и вот эти все фирменные дезодоранты, которые помогают вам справиться с грязью не только на двигателе, но и в салоне. И отдельная тема — быстрый старт, простите, крышка отвалилась, Made in Russia. И это все здесь в фаворите. Теперь понимаешь, кто собирается дать вздрогнуть Автомиру и прочим. Хотя по ассортименту фаворит уже сейчас дает прикурить многим. Пройдет совсем немного времени, и по ассортименту курить бамбук будут, думается, все. И пусть такой автохимией пользуются немногие, но есть те, кому не безразлична судьба своего автомобиля. Да, на этом миллиона не сделаешь. Ну и что? Зато появился информационный повод, ради которого мы приехали сюда, на выезд из города в сторону озера Соленое, в автоцентр «Фаворит». И, честно говоря, кое-что меня впечатлило. Конечно, не сразило с ног, но все равно порадовало.